Проходите, проходите, ребят, всем привет. Ребят, скажите, пожалуйста, несколько слов о том, что здесь происходит ежегодно. Вы же тоже не первый год. Понятно? Да, мы не первый год и очень рады этому. Спасибо тебе, Виталий, за чудесный конкурс. Вот, и спасибо всем, что приходите, смотрите видосы конкурсантов, поддерживаете. И слово Данилу. Один-один. Повторюсь, большое спасибо Виталику за организацию всего этого чудесного мероприятия, изюминку которого мы пока еще все тут еще не видели, но я думаю, что это в ближайшее время начнет происходить наконец-то. И круто, что на самом деле очень, как сказать, ну типа вот стабильно какой-то третий же, да, уже год получается проходит мероприятие. Да, то есть получается, что, ну я надеюсь еще... до тридцаточки мы дотянем. Тогда, да, начнем объявлять потихоньку победителей. Ты прости, но все-таки на одну секунду я тебе его передам. Спасибо еще раз большое. Всем привет. Итак, диплом победителя конкурса. Третье место в категории барабанщицы 16+. Мамедова Нано. Из рук Саши, да? А вот из рук Юли, рынковой представителя Evans и ProMark, ты получаешь вот, смотри, такую... Значит, здесь все с нашими супертехнологиями Active Grip, специальное антискользящее покрытие от ProMark, и Firegrain, палочки, опаленные драконом. Знаете наши палочки Firegrain? Вот, класс, значит, это все ваше. Нано Мамедовой получает годовой запас палок. Она нам скажет, какие диаметры пластиков ей нужны. То есть мы стараемся делать полезные подарки, да? То есть не просто подарили и забыли. Вот. Те диаметры, которые нужны. Огромное спасибо. В категории барабанщики 16+. Садков Николай. Николай Садков, третье место. Почетное третье место в конкурсе Drummers United 2019. Поздравим Николая. Это на самом деле... большое достижение выйти в тройку финалистов. Спасибо огромное. Ребят, аплодисменты. Коль, тоже далеко не уходи. Также скинешь нам все размеры пластиков на всю ударную установку. И ты можешь спокойно за ней приходить в Blastbeat и забирать. Григорий, барабанщики до 16 лет. Варфоломеев Даниил. Даниил Варфоломеев, третье место в группе барабанщики до 16 лет международного барабанного конкурса Drummers United 2019. Получает годовой запас палок, тренировочный пэт. И, наверное, сейчас, так как он находится далековато, да, и все такое, мы, наверное, прямо сейчас подберем те диаметры пластиков, которые ему нужны, и, возможно, вручим прямо сейчас, да? Ребят, бурные аплодисменты. Дань, пару слов. Не знаю даже, что сказать. Спасибо. Ребят, давайте поддержим Даню Бурдина и Никиту Сорокина помочь мне с вручением призов. Итак... до 16 лет получает Петровский Евгений. Евгений Петровский, второе место. Смерть попсе. Получай вот такой шикарный набор пасти PST7. Ну и давай сфоткаемся, что ли. Ребят, фотографии выкладывайте потом с хэштегом Drummers United. Да, дипломчик-то где? Ага, вот давай мы его покажем. Давай. Это достижение большое. Давайте поздравим. Несешь тарелки? Такую ношу унесу, да? Все, поздравляю тебя, далеко не убегай. Павел Пономарев, город Сочи. Участник Drummers United, который получает второе место. И от компании Blastbeat Drum Shop получает шикарный приз. Набор тарелок Paist PST7. Фото на память.
доволен? Да, вполне. Отлично. Далеко не уходи. Волкова и... Ольга. Ольга Волкова, второе место. Поздравим Олю. Ольга Волкова, просим тебя на сцену. Олечка, аплодисменты тебе от компании Blast Beat Drum Shop. Вручаем тебе комплект тарелок Paist PST7. Фото на память. Пару слов. Ты довольна? Очень, я вообще в шоке. Отлично, давайте еще в трех категориях. Окей, плюс Олехов Дмитрий. Олехов Дмитрий, город Тверь, вот это да! Что Дмитрий подошел со своим папой и сказал, что им нужно срочно ехать на концерт и попросил оставить свой приз в Бласбите. Категории барабанщики до 16 лет. То есть это те парни, которые коллективно нас унижают. Уже не первый год. Гончаров Матвей. Матвей Гончаров! 10 лет! Матвей, поздравляем тебя! И от компании Yamaha тебе вручается барабанная установка Stage Custom Bob. Поздравляем! Обязательно крутых творческих успехов тебе. Ты этого достоин. Он молодец. Давайте еще раз ему похлопаем. Ты доволен? Конечно. Ошеломлен? Да. Рад? Ошеломлен. Конечно. Молодец. Вот тебе сертификат, потому что установку тебе в руки давать сейчас, ну, как бы проблемно ее будет вынести со сцены. Да, фото на память. Три барабанщицы 16+, Самойлова Ксения. Ксения Самойлова! Недаром, недаром она прилетела из Дубая на финал конкурса. Поздравим ее! Ксенечка, поздравляем и от компании Yamaha! Ты получаешь самые легкие стойки HW3. Замечательный набор, который будет с тобой везде и не будет тебя обременять. Поздравляю! Поздравляю, Ксенечка, фото на память. И этот комплект легких стоек очень пригодится, потому что он весит порядка 7 килограмм, и я думаю, его можно даже как-то протащить с собой в ручную кладь. И председатель жюри, который отсидел все это время, дико замерз, но сейчас он разогрелся и будет неистово валить. Давайте все фоткаться и хэштегить Drummers United. Я поздравляю всех ребят, жюри, участников с тем, что мы это сделали! Ура! Всех с победой!